подписчики, с вами Владислав Арифов. Давно не виделись. Последний раз виделись, наверное, где-то месяца 4 назад, в конце мая. А сейчас уже, можно сказать, конец октября, конец сентября, начало октября. Вот. И я в этом видео хочу объясниться, где я пропадал, где я был. Я себе составил небольшой план, который вызвал уже в телеграм-канал. Те, кто на него подписаны, знают. И вообще об этом видео они раньше узнали, что оно будет. Так вот, где был Арифов? То есть, где был я? В июне до этого года, 24-го, я решил создать новый канал «Маразма Сибирск», где будут все персонажи. Арифов, Скибиди Емеля, Тухлый Вольф, Валентина Басюсенко, Артем Чуфаров, Свищенко и прочие, так как персонажей много. Но произошло кое-что. То, что я вам сейчас скажу, это ответ на второй вопрос. Давайте я про первый договорю. Где я был? Вот канал это, потом он распался. Объясню дальше, почему распался. И июль, август, сентябрь я, можно сказать, отдыхал. Был тактический отпуск от такого. От того, что я распалась, все и все. Но сейчас я уже все готов, и я вернулся. Теперь перейдем ко второму вопросу. Он связан с первым. Что стало со Скибиди Емелей? Вот в этом и суть всего. Канал распался именно из-за него. Потому что он его покинул. Ну как, он не сказал, что покидает, но он и не сказал, что присоединяется. Просто он из подъезда выходил, я его снимал, там это ходили и все. Но сейчас он из подъезда ходить перестал, все это делать перестал. Так еще что произошло? Емеля... Он поступил некрасиво. Некрасиво абсолютно. Вообще некрасиво. Он теперь ходит с ИГИЛом. То есть он в ИГИЛе, можно сказать. Он, конечно, не полностью ИГИЛовец, но он уже относится к нему. Вот. А ИГИЛ, как вы знаете, запрещенная организация или объединение в Нижнем Тагиле и России. Ну, главное, что в Нижнем Тагиле он запрещен, вот. Как в других странах, не знаю, за другие не знаю. Вот знаю за Россию, за Тагил только. Причем он там. Вот и Емеля теперь, можно сказать, с ИГИЛом ходит. Но не только с ИГИЛом. Емеля поступил максимально некрасиво. Просто вообще. Он больше не с тагильскими. Тагильские это... Я так называю жителей Тагила. Тагильские. Все в Тагиле тагильские. Вот. А на Уралмаш уралмашевский, они тоже тагильские, но тагильские уралмашевские, вот. Так вот, он теперь ходит с колхозом, колхоз любви. Он теперь в колхозе. Он 24 или 25, а может 20 августа, пошел подписывать контракт с дьяволом. Он подписался на целых 2 года хождения в колхоз. Он считал, конечно, 1 год походит так-то так там, а потом уйдет. Но нет, я думаю, он будет там 2 года. А потом он пойдет подписывать еще хуже контракт. Контракт на 4 года Валерой Айтышником. И то есть, в общем, это 6 лет. 6 лет впустую, можно сказать. Я его за это не поддерживаю и отшиваю. Но он сам, можно сказать, отшился. Он все больше не с тагильским, он больше не в Тагиле. Он ушел от нас. Ушел к поганому колхозу, навозу, дрестосу. Я этот колхоз ненавижу. Я этот колхоз презираю. Когда-нибудь в этот колхоз приду и такого устрою там, что на всю жизнь запомнят имя Владислав Арифов. Но пока создаю план, как это все реализовать. Что самое главное хочу сказать про Емелю. Видео больше он присутствовать не будет. Все. Теперь на этом канале буду только я. Один я. Все. Может, я смогу там делать пародии на него. Там его медвежий голос какой-нибудь. Но не знаю. Но запомните, на канале буду я. Емеля, он все. Ушел от нас. Он теперь где-то там, в стороне. В стороне на границе с Тагилом. В колхозе сидит своем двухэтажном. Так, дальше план идет, что будет дальше с каналом. Ну вот, что будет дальше с каналом. Это все зависит от происходящего в Тагиле. Пока в Тагиле что-то как-то ничего не происходит, как-то, не знаю, скучно, снять нечего. Но если что-нибудь
начнется, сразу сниму. Но, говорю вам так, в месяц или, может, даже в неделю по видео будет. Хотелось бы, конечно, каждый день, как раньше. Раньше вообще было по 5 видео в день. Но сейчас Скибиди Емеля ушел, там еще этого произошло. Распался Морозно-Сибирск. И в Тагиле теперь мало событий. Потому что раньше вот что было? Емеля там в Ермолино влетит. Емеля там еще аварию. Емеля то, Емеля это. Сейчас его нет, все. Остальные в Тагиле живут спокойно, ничего не делают, не пакостят. Поэтому как-то так. И в честь того, что я вернулся, хотел бы вам спеть вместе с моим китайским товарищем. Называется «Пердежный шансон». Надеюсь, встретимся в скором времени.